Привет, это Ник Спикс. Значение социальных медиа, медиа сегодня нельзя недооценить. И, конечно, люди могут им доверять или не доверять, быть зарегистрированными везде. Я, например, зарегистрирован везде практически на основных социальных сетях. И, конечно, многим это не нравится, и они говорят обо мне: ох, это он хвастается, что он типа хороший учитель. То есть они говорят: he toots his own horn. То есть, грубо говоря, он дует в свой горн. То есть он выделывается, показывая, что он ай-яй-яй, такой-сякой. Но в оправдании хочу сказать, что если бы я не toot my own horn, то есть если бы я не дул свой горн, то как бы у меня бы, наверное, и не было много студентов, и конечно бы, ну, качественных, в первую очередь, студентов, которые, ну, им удается сдавать экзамен на высокие баллы. Итак, to toot one's own horn, то есть заявлять о себе, хвастаться.